Друзья, всем привет! Хочу поведать вам не совсем рецепт гигантской закрытой пиццы. Почему не совсем рецепт? Да потому что она у меня в конечном итоге не получилась из-за одного маленького нюанса. Ну давайте все по порядку. Я все-таки покажу вам рецепт. Состав продуктов будет у меня в описании под видео, как обычно. Итак, нарезал куриное филе на небольшие кусочки. Далее мелко нашинковал лук, мелко нарезал чеснок. Натер на крупной терке огурчики, подготовил помидорки. Также натер сыр моцарелла. Также с осени у меня была заготовка лесных грибов. Их, кстати, можно заменить шампиньонами. Итак, я начал обжаривать куриное филе на растительном масле. Добавил огурчики, репчатый лук. Далее все посолил тщательно, по вкусу, конечно же, и поперчил. Все хорошенько перемешал. В конце добавил уже заранее отваренные лесные грибы и чесночок. Убрал начинку остывать. Занялся тестом. Раскатал его вот в такой вот гигантский пласт. Сейчас вы увидите, размером больше, чем сгиб руки. Далее выложил не совсем остывшую начинку. И вот здесь я совершил роковой момент. Я должен был вот этот пласт теста огромный переместить на пергамент, чтобы мне в дальнейшем, после того, как я закрою пиццу, можно было спокойно убрать его на противень. Но нет, я вот спокойно раскладываю оставшуюся начинку. Это помидорки, натертый сырок. Далее у меня орегано, я это все посыпал, все, пиццу закрыл, намазал соусом, вы можете увидеть, да, там. Все, скрепил края и обрезал лишнее, чтобы пицца была красивая. Но вот этот самый пергамент, который я забыл. Я вот с расстройства не заснял тот момент, как я вот собирал эту пиццу со стола, которая прилипла и не могла отойти. И вот так вот руками переложил ее в сковородку. Из такой вот кислой мины я уже начал снимать. Отправил выпекаться. И в конечном итоге у меня получился вот такой вот каравай с начинкой. Да, вкусный, но это не то.